Ну и один я тут, как мне приходится все это. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес! Всем! Номер 142. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 1 мая 2016 года. Пасха Христова. Ну, как всегда, эпиграф царя Николая, посмертный уже на всю Россию. Ну и далее, чтобы мне писали на наш форум, а не ВКонтакте, где я не бываю. Оттуда мне не все приходит. Иногда, говорит, сразу около 300 пришло писем, а я ни одного не вижу, не знаю, я там не бываю. Не бываю. Прямо на форум на наш пишите. А модераторы могут или не могут. Только надо сообщать, что нельзя все перенести. Много. Даже времени нету. И я вижу, что многие не получают ответы. Я даю именно вот на этих роликах ответы. Я не печатаю сейчас. Ну и объявление краткое, чтобы помогли отдельные ролики. Берите, кто какой может, и по минутам узнать, где что находится. Краткое содержание. Вот мне двое помогали, а теперь что-то они отстали. Ну и вот на нашем сайте перевести нужно вот эти позиции. Вот занятия у Сергея идут. Ну и дальше. Многие спрашивают про крещение, когда будет в этом году у нас крещение. Как? Вот я даю, сейчас буду останавливать. Читать не буду, просто останавливаю. Записывайте себе это. И на меня выходите. Без разрешения категорически запрещается приезжать. Разрешение даю я, его мы всегда проверим. Здесь строгий учет идет. Вот прочитайте где. И дальше можете мне на мой мир выходить, и, ну и какие вопросы зададите. В моем мире мне удобнее всего пользоваться. Даже в скайпе можно под ним внизу. Но это не так. Дальше. Вот так себе тормозите и запишите, скопируйте, перепечатайте. Это я сам печатал, мне трудно печатать, но... Вот телефоны. Ну, это, значит, будет у нас 10 июля. Не дня, а июля. 10 июля. Вот. Ну, вот какие посылки. Андрей Марко, Украина. Игнатий Тихонович. Крейсеру сонату прочитал. Льва Толстого. Григория Сковороду дочитываю. Так. Порадьте, будь ласка, еще дальше посчитайте. Дуже дякую. То есть он нуждался в помощи, какие нужно прочитать книги молодому человеку, там связано, ну, там с семейной жизнью, как бы, он не женатый, но все-таки, вот я ему ответил. Ну, а говорить, где что считать, зачем? Дальше считай каждый день Святую Библию, каждый день, в год хотя бы один раз ее нужно прочитать от корки до корки, желательно. Это потребуется на все 89 часов, чтобы знать, с неканоническими книгами 77 книг. 89. Вот распределите, поскольку считать. Ну, еще получится. Кроме того, если что-то делаете, так, физическую работу, на нашем сайте прочитайте начитанную мной Библию. Она не повторно. Первая была в КГБ, там попортили ее. Я заново начитал уже на компьютер. Очень чистая запись. Там же на нашем сайте увидите начитанный Златоуст. Вот прослушать 12 томов обязательно. Следующие. 12 томов Дмитрия Ростовского «Жития». Книга «Правил» тоже начитанная у меня. Все на нашем сайте. Ну, чтобы показать, я сейчас сразу покажу. Вот, на нашем сайте. Вот наш сайт. «Во свете Библии». Православный библейский сайт. Интересно, когда мы выставили его первый раз, как пошли вопросы, что такое православный и библейский, даже несовместимые. Или православный, или библейский. То есть православие к Библии не обращается, то есть она и не нужна, эта книга. Ну а Библия это не так и много говорит, чтобы мы православие вот такое имели. Так что здесь вот, если нажать вот здесь, вот на форум сразу перейдешь, а вот здесь нажать на наш видеоканал.
И вот здесь написано звук и видео. Здесь очень много, 50 книг моим голосом насчитано только. Вот стихотворение здесь моих 3467. Вот проповеди, 1300 проповедей в храмах я говорил. И вопросы 4124. Это сайт. Сайт. И вот здесь звук и видео. Здесь все найдете, насчитанное. Один раз постарайтесь, на диск, в машине можно ехать, слушать. Ну, 50 книг, это ну, что-то же говорит, не просто так. И дальше. Виталий Калиников, это из Омска мужчина один молодой, ну, хотел бы приехать, там, то другой, помочь, может быть. Я говорю, помочь, что сейчас, пока лагерь не открыт. И мы начали говорить с ним в обед примерно, а уже к утру, через ночь, то есть далеко, меньше суток, он уже был в Потеряевке. Повторяю, мы, говорит, знаем поговорку, мягко стелим, да жестко спать. У нас она наоборот говорится, жестко стелим, но мягко спать. Как спать? Привыкнешь. Я ему сказал, от нашей Потеряевки, станция Корчина, там километров 20, может быть, будет, 16-18, там, по шпалам идти надо, на левой стороне Потеряевка. Ну и рюкзак дотащишь, молодой человек-то, но... Когда он приехал, дал сигнал, за ним выслали машину. Как раз приехал мой племянник, и Кирилл Устинов, и он съездил с ним, уже привез. Привез, и фотографии уже прислали, как он там вылазит из машины, и как они работают, я могу это все показать. Вот. Игнатий Тихонович, Христос воскрес. Это сообщает, пишет вам Виталий от Калиников. Благодарю вас за доверие мне. Вот и Пасху встретил с братьями, которые меня приняли радушно, с любовью. Строгость, дисциплина, любовь к Слову Божьему, чтение на русском языке за богослужение мест Библии – неотъемлемая часть Потеряевской общины. Но не хватает живого пророческого слова. Помолитесь за Людмилу, маму мою, приболела. И сам-то он приехал, тоже за ним мог. Вадим Колупаев пишет, святитель Иоанна Златоуста. Вот наступил для нас вожделенный... Спасительный праздник, день воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это праздник есть залог мира, источник примирения, истребления врагов, разрушение смерти, погибель дьявола. Сегодня люди соединились с ангелами и, обложенные плотью, вкупе с бесплотными силами, возносят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата ада и само лицо смерти истребил. Но что я говорю, лицо смерти? Даже само имя смерти изменил. Она теперь называется уже не смертью, но успокоением и сном. И вдруг я вижу ролик новый. Невзоров Александр Глебович. Что Пасха это праздник смерти. Ну, заумничался мужик, закурился. Обкуренный совершенно. Все время трубка у него показывает. Ну все это кончится, погасит этот вулкан. Праздник смерти. Ну уж это-то можно понять, что нет. Рассказывает в Казани. Идет православный-то. На хорошие отношения с татарами. Он говорит, Христос воскрес. Ай, Христос молодца. Молодца. Воскрес. И они это знают. В Государственной Думе был депутатом. Священник. Нет, он, может, даже депутатом не был, но работал в комиссии. Полосин. Что, забыл я, Олег, что ли, его звать было. И он ушел в мусульманство. Там каким-то у них теперь имамом стал или что-то, маленькая щетинка такая. Но это не в этом дело. Дело в том, что от христианства ушел в мусульманство. Ну, я ничего не могу сказать, кроме того, что на Пасху ты не можешь сказать «Христос воскрес». Тебе больше казни-то уже не надо. Как бы трудно ни было, все закончилось. Помню, мама моет, у нас рамы выставляют. Отец уже начинает считать, кому сколько куриц и яичек нанесут. А считает от обратно. Суббота это на нуждающихся кому-то разнести. В пятницу самые маленькие. Дальше по порядку отец высчитывает. А ребятишек, 10 детей было. Потом отец, мама, баба и самый там уже. Ну а кто самый-то первый? А курица только начинает нести, ему мало. Меньше, чем тому, который последний стоит. Так как раз уже тепло делается. И вот мы считали, это тебе яйца эти сразу же отмеривают, дают. Ты ими как хочешь распоряжайся. Бегаем мы, бьемся, там
Весо об весо ударит, черт, ты разбил ему, значит, отдай. Ну, поэтому отец говорит, у некоторых были цесарки, цесаркины яйца очень крепкие, говорит, и можно все было переколотить. Но не разрешали, только куриными. Вот. Успокоением и сном. Так что тут Невзоров, ну, просто дурика дал. Праздник смерти, да, во всем радость. Христос воскрес, праздник смерти. Значит, он с кем находится, что он не воскрес? А с теми жидами того времени, вот от кого он находится. Столько бывает трезвых мыслей, когда критикуют. Я советовал к нему собрать комиссию, сходить там, тогда был Щаплин еще, и сказать, выскажи нам все наши недостатки, а мы на синоде обсудим, да и примем это. Вот самое правильное к нему отношение. Но тут он уже дурью мается. Праздник смерти. Смертью смерть поправ. Слово смерть дважды поминается, ее нету. Я был здесь, кажется, в Черепаново, и там аллея героев, которые герои Советского Союза войну погибли, их бюсты там или что-то, я видел такое. И главное написано «Смертью смерть поправ». Это как эпитафия для всех. Надгробная надпись. Так, я теперь пишу. Пришло очень много поздравлений с Пасхой Христовой. Накануне еще начали поздравлять, ну, то как-то не так. И вас кто? Так, более половины без подписи, только номер телефона. Ну, я не знаю, ну, от кого. Ну, не трудно написать Ваня, Маня, там кто-то. Дальше-то. Так что даже и не знаю, от кого. И мне хотелось бы знать. Могу познакомить хотя бы с несколькими. Знаю, что некоторые сейчас, ну, какие-то слова, может, недобрые. Не надо это. Я просто... Ну, хочу, чтобы знали, сколько добрых людей на земле, как они могут поздравить. Еще накануне среди множества выделю хотя бы одно. От главного банкира Алтайского края из Таиланда, он там отдыхает, поздравил он одновременно с мирским праздником 1 мая и с Пасхой Христовой. В ответ ему напомнил, что ждем в гости в Потеряевку. Мне очень трудно давать ответ, потому ответил всего лишь не более как с десяток. Давать ответ на телефоне. Вот у меня телефон. И, во-первых, это с меня деньги снимут. Даже на СМС я не могу. У меня денег нету. Совершенно нету. Там кто-то мне пересылали когда-то были. Я не прошу, просто говорю. Я никому не звоню. В течение года, может быть, не звоню. Машина застряла, одна же ехала. Ни у кого нет. Вот я тут сгодился. Вот. И вот какая пришла. На первом месте. Вчера пришло. Как раз 1 мая. Христос воскресе. С праздником, вот как там написано, у него крупный, я даже не знаю, как крупным делает, как знаки препинания, а тут знаки препинания восклицательные, с праздником, еще три восклицательных. Смотрите, ну некоторые скажут, что это человек, ну, так просто, его заставили, ну почему так думать-то? Пусть воскресший Христос поддержит и обновит силы ваши, чтобы вы могли всегда стоять твердо и непоколебимо на том камне, который есть Христос. Но это не может написать неверующий. Обильных от Господа нашего, умертвившего смерть, благословений. Видите как? С уважением, секретарь Алтайской митрополии, настоятель Александра Невского собора города Барнаула, протоиерей Андрей Басов, 1.5.2016. Вот. Вчера мне пришел один и говорит, в храме Покровский собор, это ну, митрополит, а главное в Барнауле собор. Покровске. Проповедь говорил митрополит Сергий Иванников. Упоминал про Потеряевку и про вас. Я говорю, что да не все расслышал. Народу много было далеко-то, но положительно все. Я думаю, что вот протоиерей Андрей Басов, он ну, не без ведома митрополита это написал. Не без ведома. И вот стали нападать на нашего митрополита, что он знается не с таким, ну я плохой, а он, ну зачем их определять, плохой, неплохой. Нам всем радостно. И всех обнимаем. Вот посчитайте, воскресенье Романа Льва Толстого, когда какой праздник, и как целовались со всеми, и там какие больные, и на улице кривые, хромые, и со всеми она целовалась, Катюша. Это хорошо он написал. Дальше от Степаненко получил. Это из Томска. Даже точнее, это адрес не знаю, Томский или Сибирский. Христос воскресе, радости вам. Это я им ответил всем, кому я почему взял эти, кому я ответил. Остальным я не отвечал. Мне я трудно набирать, не вижу все время, только лупу держу через лупу, а он гаснет, ну мне неудобно.
я нашел, тут мне удобнее. Дальше. Так, это Степаненко, это Максим. Ну, я ответил, Христос воскресе, воистину воскресе. Вот. Булатов Алексей, директор Сибирского отделения Библейского общества. Город Новосибирск. Слава Богу! Христос воскрес! Видим, восклицательные знаки здесь у него были. Я, видите как, даже это я неправильно сделал. Ну, не поставил знак, да и то думаю, что будут обсуждать. Дальше. Христос воскрес. Николай и Ольга Савченко, Завьялова. Савченко-то я поставил. Это Виктора нашего отец и сестра. Дальше. Христос воскрес, воистину воскрес, наш любимый, единственный Иисус Христос. То есть много-много таких. Это даже один телефон вот только есть. Ну и показать наш, вот это, мой мир. Вот я в моем мире. Видео, так что, занятия по Теряевке. То, что я ставлю на канале, это наш вот видеоканал. Потом я переношу, это очень удобно так, на страничку. Вот я, видите, в шапке. А там есть еще контрольный листок, я с голубем. Так сюда вот ответ давать. Очень удобно. Вот. Написал сюда, наткнул, только ткнул, и сразу пиши. И прилеплять можно файлы и фото. Это, я считаю, в мировой сети самая лучшая система «Мой мир», когда она была не порченная. Вся штаны испортили. Тогда можно было на 10 тысяч друзей, 10 тысяч одновременно, 5 тысяч знаков послать, 12 фотографий одновременно. А потом это стали пакости посылать и все это отменили. Ну, люди нехорошо поступили, а из-за них мы этого лишились. Вот. Ну, а здесь друзья. Вот я показать хочу, сколько у нас. 18 916 фотографий. И видео здесь. 3145. На 1500 меньше, чем на вот на этом, на нашем видеоканале. Видеоканал. Я даже могу сказать, на Пасху я посчитал, сколько у нас. Получается 4583. Ну, этих наших роликов, только наших. Столько Господь дал нам возможности. Это. Ну и вот наш форум. Вот он как, видите, до этого было темным, потом уже администрация старается. И кто к нам заходит на главную страницу, тут сейчас я... Там начинает играть музыка. Так, где-то тут надо показать, как это, кто это заходить будет. Ну все, не знаю даже. Вот главная страница. А вот она как. Все это закрыто почему-то. Видишь, она закрывает ее. Почему стала закрывать? Если ну, нажмите на главную, то дальше. Ну а дальше заходите. Самое главное здесь вот новое сообщение. А дальше, это последняя страница покажет, и общий поиск. Ну, тут даже не буду смотреть, сколько пришло, это у меня время много уходит. Ну, и здесь вот наш видеоканал. Если на нашем видеоканале нажмете, вот здесь вот главное есть, слева главное написано, главное, то выйдите на наши, каждый день выставляется жития святых. Это на один добрый человек, вот их делает отдельными роликами, а... Это 1173 файла будет, то есть, если он на все поставит. Я насчитал когда-то это моим голосом в 80-х годах. Ну вот так. Теперь я про это уже сказал. Все на этом. Батюшка у нас приехал вчера, целая группа из Потеряевки. Вот. И сегодня у нас тут уже будет богослужение. Вот даже могу даже где-то, наверное, показать, что у нас тут. Как-то концерты там ставили в Потеряевке. Вот. Тут, видите, совершенно незнакомый человек бы был. Вот это знакомый. Приезжал один фотограф и поставил «Колокольный звон» называется. Я не знаю, его как там выставить даже. «Колокольный звон» называется. Вот посмотрите, как красиво сделал он. Павел Безруков.
Ну, вот показать хотел немножко хотя бы, а то придерутся, скажет, это он специально сделал про Потеряевку. Павел Безрухов. Вот. И вот вчера привезли разные фотографии. Вот. Могу даже показать немножко, как с Потеряевки там, что там было у них. Вот фотографии идут. Ну, это Сергей сейчас быстро. Тогда собаку ловил, тогда отсюда это не то. Вот, это ехали дорогой, и журавли на поле увидали их. Вот я некоторые буду останавливаться. Вот. И вот это она в Потеряевке уже. Вот выехал этот. Вот вылазит. Виталий приехал. Виталий Калиников. В Потеряевке. Все. Вот напротив дома тут одного Павлов. Вот это. Вот он, все, Потеряевка. Идет довольный. Приехал. Встретили его. Видите, машина какая. Вот дальше. Ну, я буду быстро показывать. Это как обстановка там в Потеряевке, кольца. Вот. Ну, тут еще надо смотреть. Это возле храма. Это Володя идет. Снимает, значит, Виктор. Это они пилят, залезли на дерево, чтобы черенки напилить. Ну, хотя мне по метру, по полтора. И насадить скорее на дамбы. На наши. К слову сказать, на следующей неделе появится... Володя обошел все три пруда и заснял видео. Но ставить будут в другом месте, не я, а замки я сниму. На той неделе, думаю, будет. Это, видимо, Никита залез. Я даже не рассмотрел, кто это там сидит-то. Ну да, Никита. Вот с Украины где спрятался. Вот так. Вот они уже работают здесь. Это вот как раз Виталий на пруду. Видите, как... Загорожено тут, что, пруд, все это видно, вот оно как. А это вот тоже на пруду, пруд, воды много, там прорвало в двух местах, ну не наша вина, там это, бобры прорыли, да в дыру не пошло, вот они как. Видите, все снималось, показать. Вот. Это там, где купаются. Проредили мы. Видите, какая насыпь выше, поднять не смогли. Потому что посередине прорыв. И его не знали как. А там синий, это храм, видать, отсюда. Ну вот, пруд-то. Купаться можно, плавать можно. И Лешка, где. Вот это Виталий как раз приехал. Это Володя. Видите, тут работать надо. Вот они где. Вот что-то тоже командует. Вот. Там очень хорошо на роликах увидите. Я просто показать фотографии. Коршунов много. Вот какой пруд. Видите как? Вот, было бы намного больше, еще уже бабтишка карпов привез. Ну, так, купил сколько-то, килограмм 15, что ли, мальков. Что будет? Ну вот видите, как поднялись здесь повыше. Тут вот земля, дальше ничего не было. Это... Ну, когда-то сможем поднять больше, пока все это укрепится, иначе его размоет. Вот. Ну, это в деревне, там прорыв. Упала ограда, надо ставить заново. Вот так. Это вот усадьба Надежды Васильевны, он справа там. Там это, и все эти три усадьбы рядом принадлежат лагерю, они неразрывные. Вот тут Надежда Васильевна живет. Это дополнительные качели, видите, спортивное сооружение, самоподъемники, рукоходы для детей. Это второе отделение лагеря. Вот оно где. Вот уже выправили. Вот показать, какая у нас. Это березки. А это Никита. На тележке возит, видите. О! Тут, брат, спать некогда будет. Вот, Никита, видишь как? Вот теперь они пилят, ножовка это все втыкают, чтобы они проросли. Они хорошо прививаются в сырости. Я немножко покажу, я их сам-то еще не, толком не ознакомился. Сейчас слабенькие выкину, а эти оставлю. Это на пруду. Вот. Там он справа, это огородчик наш.
Вот все пилят. Видите, сколько это нужно? Вот они пилят. Ручная пила. Вот там гнездо какое-то. Вот окошко, свой кот. Вот сфотографировал. Ладно, тут у меня шинели много. Никита пилит. Труженик. Еще не знал, сейчас все знает. Вот Володя с велосипедом возится. А это скворечник, где мы находимся. Вот идет Виталий по деревне. Вот как раз у скворечника, где я живу. Это увезли моих кошек, они уже там. Ну а это комбайн Барабаша, склад 504 квадратных метра. Это батюшкин дом с обратной стороны. И батюшкин тут эти, корм. Все это разбросано, надо будет убирать. Овечек он держит. Вон справа, видать, овечки. Это наш храм. Так он выглядит. Перекрыли шифер. Теперь железом покрыто. Это вход в него. Бывший клуб. Вот единственное, стены полуразрушены были. Ну а тут что? Батюшка теперь все это сделал. Окна сделал овальные с той стороны. Вот. Это склад с этой стороны смотреть. Вот сколько дров заготовили из этого. Вот она. Это наша машина. Самосвал. А вот это вот озеро. Лужа тут была ныне. А нынче, видите, сколько воды. Во. Это совершенно новый пруд. Он когда-то был пруд. Но потом все разорвало. Нет, вот мы подняли, тут ходили. Если бы нам не помогли с деньгами, там дорога, видать, где... то ничего бы не было. Нашелся добрый человек, дай ему Бог спасения душевного. Он помог средствами, и мы сумели. Потому что дорога, только гравий насыпать 238 тысяч пришлось отдать. Только за гравий 250 метров дороги. 270 там. Вот он какой, а пруд-то какой получился-то. Уже мальком запустили. Но вот оттуда от дров сфотографировали. Ну, по деревне кто-то едет. Видите, а тут Виктор живет. Виктор с этой. Вот оно как. Облака весенние. Добро выглядит. Вот. Вот. Самое меня тронуло вот эта фотография, где лагерь. Но это не два, не три дня-то здесь, а 44 года в этой местности, когда деревня еще только исчезла в 72 году. Ну, образовывала. Там качели видно, видите, как гильотина какая. А это кельи, вот они ближе их видно. Там он слева в самом лен. Это шалаш, который делали. Это вот умывальник, где. Ну, это кельи девчащие. Вот она как выглядит. Какая окрестность. А это шалаш огороженный, шалаш, чтобы не сели его коровы. Вот оно как. Все убрано. А это на. С Виталием сидят они на нашей пекарне. Пекарне. Вот они. Заслонки. Две одновременно печи. Хлеб пекут. Но это считают деяния апостолов. А там видно, вот в церкви, видите, два гнезда. Два гнезда ласточинные. Ласточки живут прямо в храме. Это считают деяния апостолов. Ну, тут что-то плоховато. Это Ангелина. Вот прижилась. Это Алексея... Устинова. Алексей Устинов мой племянник. Ну, это его жена Ангелина. Ну, до того хорошая фотограф. Она училась на фотографа там правильно. И прямо фотографирует. Такие снимки у нее отличные. Везде. Видите, как одеты наши люди. Ну, посмотрите, какая красота. Ее самую фотографируют даже на этом фоне. И то она говорит, это стоят со свечками. Наверное, что пасхальная уже. Вот как. Видите, с каких-то Виталий стоит. Такой пояс у него. О. И спереди, и сзади сфотографировать. Хоть как она красавица. Видите, стоят со свечками. О! Поехали гости. Ну, это темно я их выкинул, расплывчатые, потому что вспышку не сделали. А тут приветствуется уже, подходит. Батюшка веселый, красота какая. И пошел человек, где нельзя сказать «Христос воскрес». Это у нас належит на аналое в храме Библия. В синодальном переводе специальный заказ сделали, корочки такие, ну, специально Библию такую, чтобы брать она, патриархии. Вот они, где-то Василиса. Василиса, видите, какие имена здесь. Терентий, эти
Смотрите, вот сзади наклонилась эта Анфиса. Поклоны-то какие делают, как одеты платья-то. Ну, гляньте со стороны-то, маленько-то. Вот. А это вот привез, первый раз мы ее видим, Валерия, это привез, он мне тоже родственник. Жениться надумал, только что закончил университет, и она учится, я не знаю, как что-то там, политологи какие-то, не знаю. Вот она пришла, со свечкой стоит. Это у нас отдельно, на левой стороне стоят только женщина, это мужчина. А потом подходит, сначала мужчина, потом женщины. Вот как. Вот. Посмотрите. И которые здесь заходят, где шалман, никакого порядка навести не могут. Священник только свидетель безобразия, больше ничего нету. Вот она приехала, она только приехала. И уже в этом месяце будет бракосочетание. Когда, я не знаю, 20, какого-то там воскресенья. Приехали они в Потеряевке, видимо, венчание будет. А это вот Ангелина рядом, Ангелина, это Алексея. А это Лена Барабаша, жизнь. Это Андрея Устинова. Ну, там все понятно, иконы. Видите, это вспышку не сделали, и поэтому так и идет. Видишь, какие стоят. Только всего лишь вспышку не сделали еще. Потом я у Ангелины попрошу, чтобы она снимки дала. Может, получше было. Начало мудрости. Вот он, с поясом стоит Виталий. Видите, он рубашку какую привез себе. Ну, вообще, шикарно. Это, видимо, еще великопостное. А это вот притвор нашего храма. Туда оглашенные выходят. Ну и тут надписи какие есть. Вот. Это вход в самый храм непосредственно. Это Володя, очень хороший, живой такой снимок. Он снимает, пошел крестный ход. Вот выходит крестный ход. Вот и как вот. Вспышки не сделали, вот не всех плохие это, но если хорошие, ну какая снимок-то какой. Фотографов не было таких знаменитых-то, свои делали. Вот так. Надо обрабатывать, чтобы вот это красный глаз не было. Ну, не знаю, у нас не умеют делать это, наверное. Вот теперь общий снимок сделали. Этот пасхальный уже. Видите как? Вот он стоит. Как? Виталий. Виталий тут с нашими. Видите, как вписался. А то, говорит, форма. Да у нас хоть сколько людей приди. В эту же минуту одеты, приехал архиерей, и митрополит Иванников. Ну и харисты приехали. Это все по форме наши одели. 10 человек. Все по форме, с поясами. И никому это в ущерб не было. Эти как одеты. Ну посмотрите. Ну разница же большая есть, или с улицы зашел человек. Как они стоят-то? Как одеты? У нас нет, чтобы, если она девушка, то как у старобрядца волосы выпустит. Если смотрите, я не замужем, возьмите меня, прям криком кричит. Только так понять можно. У нас нету. До самого маленького, вот она стоит, малышка, как у нее волосы закрыты. Ни одной волосинки не должно быть. Видно. У нас очень строгий порядок. Какие платья, сестры, посмотрите. Вот они сидят. Лена Барабаш, это как главный учитель. Вот. Это учительница тоже. Людмила Янчук. Петеримова. Ну и здесь, гляньте на все. Сам безбородых никого нет, ни одного. Это православная община. Ну а тут уже у батюшки в дому. Вот, уже зашли в дом, у него тут они. Вот Анфиса. Видите, какая она стройная, как лозинка. Учится в школе. А вот это приехал Илья Устинов и привез свою невесту познакомить. Вот она здесь, первый раз. Видите, все по форме, как есть. Он закончил только университет, бороду не трогал. А если трогал, соглашенными. Застегнут вот, по всей форме, пояс, его видно он. Видишь, как? Сидят чинно, как все. Это концерт начался. Выступает на концерте.
Я не... Это сестры. Вот это Елизавета, вот это Анфиса. А это их брат Исааки. Как быстро вырос он большой. Видите, с поясами парни как стоят. А это Барабаш Игоря, старосты сын. Иеремия. Иеремия. Ну, найдешь много таких имен. Сами посмотрите. Это Василиса посередине стоит. Василиса. Меня бы не было. Меня не было там. Я бы заставил, чтобы она вот это не расстегивала. Никогда нельзя делать. Женщина это, может, нечаянно расстегнулась. Это не годится совсем. Ну, тут что? Видно, что православность твердым знаком воскресе. Вот тут этот концерт ставят. Концерт. Варлаам. Вот. Имена какие. Два брата. Варлаам. И сейчас самый маленький Назарий. Варлаам. Вот они стоят. Это стоит Стефан. Это уже в барокамере, говорит, родился. Тоже затрудненно так было. Ну, выжил и живет. А это смотрят. Теперь снимают. Вот с нуля деревня. Виктор Савченко, наш бард. Музыкант, композитор, певец. Все здесь. Школьный учитель. Старший воспитатель в лагере был. Много лет. Ну, находка. Это поют. Покажу. Видишь, как смотрят. Ну, тут уже не буду долго-то. Иосиф. Молодой человек. Вот он, это Устинов. Предпоследний. Валентина. Вот она сидит, это ее сын. Валентины. Иосиф. Неженатый. Видите, какая борода. Как выглядит. Вот они стоят. Это у них Софья выходит. Это все из одного гнезда. Лазарь. Это Елена Барабаш. Вот что-то, какое-то представление. Раненый солдат, видимо. Видите, как все. Иеремия. Его зовут Ерема. Ерема. Ерема это Ермак сокращенно. Ермак. У нас свой Ермак. Вот какая-то пришла, что-то горбатая принесла хворост. О, видите, тут с бородой, с большой. Вот это борода. Я никогда нигде ничего не делал, чтобы вот это быть актером или где-то нет. Только натуральную величину. А та с охапкой хвороста сидит там. Ну, что-то тут такое, они, видимо, нужно. Я так и не мог понять, кто это с этим. Что-то смотрел и не понял даже. То ли из гостей кого-то обредили так. Ну, правда, даже не мог определить. Вот. Это Ника. Ника Победа. Вот, видишь, Василиса на гитаре играет. Вот, пожалуйста. Это Варлаам. Варлаам, а братишка Назарий. Вот. Это вот сидят три брата. Вот Иосиф, Андрей и Кирилл. Он встречал Виталия. Вот они трое. О, это Назарий. Поставили, он не пошевелился, как статуя, так и стоял. Ни слова не сказал, ничего. Повесили ему на руки. Это ролик будет поставлен, посмотрите. Назарий. Видите, какие имена? Красивый Варлаам и Назарий. Почему? А для этого есть календарь. Это батюшка выговаривает. Где-то пасли и бросили там бутылки. Бумажки, фантики по полям пройти и все собрать. Где это такое будет? Но, а это уже мирской дух бросает где-то что-то. А это из школы. Школа. Вот этот Виталий тут стоит, этот приехал Калиников. Из школы после концерта. Концерт. И вот здесь же храм. Он так поперек школа, это спортивный зал справа. Вот теперь расходится. Видите, как зелень начинается. Машина, люди все свои. Какая мирная жизнь-то. Ну, конечно. Вот так, пожалуйста. На чурке стал, видите.
Пожалуйста. Машина. Ну, какие снимки-то прекрасные. А то Виталий сидит, смотрит, приехал. Где бы он еще увидел-то? Вот кому разрешен, он все это увидит. Ох, хорошо, как попало между... Еще как-то с высоты, от как-то можно было сфотографировать, даже не знаю. Ну вот, показал я вам, что есть. А ролики будут на следующей неделе. Все на этом, однако.